Выиграть второй тайм, создали момент достаточно обидно. Ну, плюс это минус, что результат. А плюс, что ребята завелись, второй тайм провели на должном уровне, глаза загорелись, побежали, атаковали. В принципе. Это надо занести в актив, но так начинать на с первых минут следующую игру играть. И тогда будет, я думаю, все хорошо. Вот с этого второго тайма надо брать толчок по игре. Удары мимо рук почти 100% ситуация, да, что это психология, давление какое-то или что? Ну, я думаю, совокупность и психология, и давление, и неуверенность. Результат пока давляет сверху на нас. Надо всем вместе нам исправлять ситуацию и стараться. Я думаю, через, может быть, следующую игру уже фар будет в нашей стороне. Должно залететь что-то невероятное, и тогда все пойдет. Спасибо большое.